как он наш командир батальона. Да, пускай обратится к губернатору. Кроме 1500 рублей. Мы находимся здесь полтора месяца. Вы наш командир батальона. Вам у нас одно уважение. Да, но у нас недопонимание. Почему? Самарским платят, хотя они с нами плечом к плечу. Чувашам выпутили, хотя они тоже бунтанули, да? В Татарстане полностью одевают и во многих других областях выплачивают деньги, помогают гуманитарка, хорошо, да? А у нас только вот наши родные и близкие нам помогают, и гуманитарка становится какая-то коррумпированная. Поэтому я бы хотел, чтобы вы обратились к нашему уважаемому губернатору, который обещал нам приехать уже неоднократно, призывает только женщин, которые вместо него замы приезжают, которые не могут ответить на наши вопросы, присылают других замов, которые раздают свои визитки и не берут трубки. Мы хотим узнать, когда ульяновским мобилизованным будут выплаты не просто 10-20 тысяч, как подачка, а нормальные, как добровольцам, вот которые у нас ушли 400 человек с Ульяновской области добровольцев. Им выплатили по 200 тысяч. Чем мы хуже? Мы также едем гибнуть. Мы также едем защищать свою страну. И мы хотим знать, что наша семья будет дома обеспечена, наши дети не будут нуждаться ни в чем. И когда, то есть, мы готовы исполнять долг, по которому мы призваны сюда. Мы сами сюда приехали. Мы не прятались, мы не бежали за границу за какую-то. Мы готовы отдавать долг. Вы должны знать, крепкий тыл! Давай, тише, подожди, Максим. Я так считаю, блядь, комбат, он тоже так. Подождите, погуляйте. А теперь, пацаны, задайте товарищу губернатору. Один за все! И все за одного! Ура! Давай! Выключи телефоны, блядь. Не выключу.